Вот такое изделие от Microchip. Называется PicStart 16B1. Плата сделана довольно качественно. Внизу вот такие вот ножички прорезиненные. В комплекте с платой идет провод, позволяющий подключаться как к 9-ножичным, так и к 25-ножичным разъемам. В комплекте с документацией к данному программатору есть очень ценная брошюрка, где в кратком виде описана вся справочная информация по работе с симулятором MPSIM. MPSIM – это симулятор событий, предназначенный для отладки программного обеспечения PIC-контроллера. MPSIM модулирует все функции этого контроллера, включая все режимы сброса, функции таймера, счетчика, работу сторожевых таймеров, режимы sleep, power down и работу портов ввода-вывода. И хочу отдельно отметить, что программатор изготовлен в 1995 году и, соответственно, работает он из-под DOS, в режиме DOS. То есть особо красивые графики на экране вы не увидите. Экран просто будет разделен на три части. Верхний, из которой будет показано текущее состояние моделирования, включая моделируемую программу, тип контроллера, число выполненных циклов команды и затраченное на них время. В среднем окошечке, значит, среднее окошечко используется для вывода содержимого регистров пользователя. Набор регистров и формат выводимых на экран данных определяет пользователь, конфигурируя файл mpsim.ini, который описан в документации. Ну и нижнее, самое большое, будет содержать приглашение на ввод команд, а также текущие операции и результаты их выполнения. Аналогичная справочная брошюра есть по MPASM. Это у нас бесплатная универсальная программа компиляции исходного текста программы на языке ассемблер для микроконтроллеров PicMicro. Эта программа работает под управлением операционных систем MS-DOS, начиная с версии 5.0, и Microsoft Windows 95, 98 и NT. Так, назначение этой программы – обеспечивать универсальный инструмент разработки программ для 12, 14 и 16 разрядных микроконтроллеров PicMicro. Основные достоинства ассемблера MPASM – это, во-первых, поддержка всех инструкций микроконтроллеров PicMicro, интерфейс командной строки, присутствие оконного интерфейса, система директив, поддержка макросов и совместимость с MPLAB. Особо следует отметить, что поскольку MPSM является универсальным решением для всех типов микроконтроллеров PicMicro, то программа, например, написанная для микроконтроллера PIC16 C54 может быть легко перенесена на микроконтроллер, например, PIC16 C71. При переносе нам будет необходимо только изменить инструкции, которые связаны с аппаратными особенностями микроконтроллера, а остальная часть директив и макрокоманд останется без изменений. Ну и еще MPSM гарантирует совместимость синтаксиса текста программ с последующими версиями. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.